8 ноября – день первых признаков зимы. Но какие самые главные признаки? Это снег и холод. Вот об этом будет наш вопрос-попадос. Откуда берется снег? Из облаков. С неба сыплется. Ну, наверное, остывает вода и падает нам, к нам снегом. Наверное, ну, с неба. Это логично. А как он там формируется? Ну, из воды, из кристалликов каких-либо. Ага. Водяных, наверное. Водяные кристаллики. Водяные кристаллики. С воды получается. Ага. Ну, пары поднимаются, наверное, вот с воды. Ой, да, сам не знаю. Это очень сложно. Просто выходите из дома, а он лежит. Ну да, это как объяснить? Выпало все. Ага. Это замерзшая вода, которая есть оборот. Депричастный? Нет, не депричастный. В биологии оборот водный. Да, да. Водный оборот, так. То есть вода испаряется с поверхности земли, падает на небо, там замерзает. Если пониженная температура, в зависимости от времени года, она падает уже в виде снега. Ну как идет дождь, осадки выпадают, зимой холодно, минусовая температура, в минусовой температуре осадки замерзают, и получается выпадают в виде снега. Где холоднее, на северном или на южном полюсе? На южном. Откуда вы знаете? Ну, это география. На южном обычно холоднее, потому что полюса, они расположены так, вон сверху земли. На макушечке. На макушечке, там холоднее. Или наоборот, Эля. Ну, а что-то такое помню, очень отдаленно. Вот у земли есть две макушечки, да, северная и южная. И нижняя, да. Верхняя и нижняя, хорошо, да. Северная и нижняя. И получается на южном холоднее, да. Потому что снизу. Потому что снизу, да. Одинаково холодно. Честно, не знаю. Ну, где-то там холоднее, наверное. Где-то определенно, да. Но точно не знаете. Где, да, да. На южном, конечно. На северном. Почему? Ну, не знаю, север, ассоциации такие с холодом. А на юге там песчаный пляж, море. На юге там, да, ну это море, солнце, пляж. Пингвины в бикини.